Воспитание высококвалифицированных кадров начинается задолго до поступления абитуриентов в ВУЗ. Дальневосточный медицинский ведет курсы для учащихся с 7 по 11 класс. Присоединиться к ним можно и прямо сейчас. Конечно, это того стоило, потому что я готовилась с 7 класса, и еще химия не началась, я уже знала, куда я пойду. Я готовилась к этому, я ходила к репетиторам, сдавала экзамены, которые могут быть здесь. У меня родители врачи, у нас династия, дедушки, бабушки, все врачи, и, конечно же, хочется тоже окунуться в эту сферу. К тому же я с самой школы хотела, стремилась, ходила на все дни открытых дверей. Набор студентов ведется по 5 направлениям – лечебное дело, педиатрия, стоматология, медицинская биохимия, фармация и медико-гуманитарный факультет. На следующий учебный год в медуниверситете увеличили число бюджетных мест. Их будет 454. У абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь с медициной, всегда есть выбор – получить высшее образование или среднее профессиональное в медицинском колледже. В медицинском вузе очень сложно учиться. Люди, многие не понимают, что, выбрав эту профессию, нужно учиться пожизненно, чтобы не отставать, потому что очень много различных методов и диагностики, методов лечения появляются, новые инфекции появляются, новые заболевания. В этом году около 70% целевого набора посвятят комплектованию медучреждений. После окончания университета специалисты преимущественно поедут работать в районы Хабаровского края. Что касается престижности и интереса абитуриентов к специальности медицинской и к медицинскому университету, то она растет. В этом году она выросла, что называется, в связи с той ролью медицинского работника, который оказался на передовой по борьбе с ковидом. Прием документов по специальностям высшего и среднего профессионального образования в этом году стартует с 20 июня. Юлия Сидельникова, Василий Ермаков и Николай Трохин. Смотри Хабаровск.